Так, ну что ж, я, пожалуй, включу запись, и мы попробуем сделать билд на без автоатаки. Возможно, что-нибудь получится, возможно, не получится ничего. Ну, я просто хочу посмотреть, как метеор работает, а на той видеокарте у меня, короче, артефакты были. Это, скорее всего, тоже ретрай, потому что нужна молния. И хотя бы несколько обилок на улучшение молнии. Нет, нормальный шмот, отличный шмот. Мод отличный, только нужна молния. Сейчас повезет, и мы все сделаем по красоте. Слушайте, ну прям очень странно, почему так не везет. Раньше, вот я играл, было лучше. Да просто какая-то фантастическая подстава. Когда убиваешь босса локации, у тебя появляется навык. Ну вот, рядом с тобой. Ну, наконец-то. Не прошло и полгода. Автоатаки нет, очень плохо. Пока что, разумеется, придется начинать с автоатакой, потому что иначе, ну, никак. Что очень мощные мужики. А, и теперь нужно брать на криты и на шанс скорости атаки. Иначе не получится. И, что странно, молния как будто вблизи не бьет. Рейнджа нам пригодится, кстати. А вот издалека прям уже хороший такой папский урон, знаете ли. Урон отца. Долбит нормально. Ну, тут шанс скорости атаки, шанс победить, шанс всего. Пока что хрень дают. Нужны проки на молнию, причем именно скорость атаки и дополнительные проджектайлы. А может быть, в тот раз было эффективно, потому что перчатки были на проджектайлы. Да, знаменитые индивидуальные модификаторы. Эта локация, кстати, как нельзя позволить стоять персонажу. Но пока не дают. До сих пор не дают. Уже могли бы дать. В смысле, победил боссов, вот и все дали. Все честно. Ведь без... Ну, я, наверное, мейн дамаг даже не буду брать. Ну, а что брать? Давай рейнджу брать. Попробуем все-таки без автоатак. Что-то уже потерялся, куда мы шли. Ну да ладно. Куда-нибудь придем. Серьезно, с очень странных дел. Мне кажется, очень всратый саундтрек. Мне вообще не нравится. Самый клевый звук на первой локации. Все-таки, кто бы что ни говорил. Crit Chance Area. Давай Area убрать, потому что вот эта молния будет ауешить. И это будет просто гигаурон. Есть перемотка, Гаватари, у меня есть. Ну, слушайте, ну просто вообще не везет. Я даже не знаю, что взять, потому что когда мы раскачаемся, это будет бездарно. Ну давай блейды возьмем. Абсолютно не везет. Абсолютно не везет. Прям вообще не везет. Гаватари, вот. Я записал, я потом покажу. Вот будет видос на бусте, я все покажу. Молния невероятно уешит. Никто подойти даже на полэкрана не сможет. Пока что вам все кажется шуткой. Но все до поры до времени. В обратную сторону лететь. Не-не-не. Так, вот, наконец-то. Дамэйдж, крит, дамэйдж. Хрень, конечно, ну ладно. Как только все получится, вы сами все увидите. Нет, я то, что вчера играл. А, ну да, и где выкинул тоже, кстати, я уже забыл. Так, дамэйдж, либо крит. Ну я мейн не буду атаковать. Может, как раз лезвие прокачаем хотя бы. Вот, убью ли я босса? Хороший вопрос. Даже не знаю, что взять. Я просто стоять потом планирую. Ну, какой-то смешной урон.
Всегда, когда на запись что-то пытаешься делать, получается фигня. Ну я-то нормально все делал. Не знаю, как так вышло. Где-то меня обманули, видимо, снова. Где-то не додали, где-то обманули. Наверное, тогда перчатки нужны в любом случае тем. Да, маг возьмем. А криты? Подожди, а я что, даже критов не взял? Ну, я, конечно, этот. Неоднозначный молодой человек. Даже бочки не могу победить. Ну ничего, у нас есть цель, мы движемся к успеху. Сейчас уже конь прибежит скоро. Тогда у нас проблем не будет. Совсем. Ну давайте скорость атаки. Прокачка все-таки важна. Просто вообще не дается перков на урон молнии, в частности. Шансы, конечно, есть, но их мало. Гаргулья прилетит, будет вообще попа. Очень унылое начало. Просто шутка. Я вот сомневаюсь, что здесь что-то может выпасть. Придется другое умение прокачивать. Ладно, все равно что-нибудь сделается. Почему дыхание не взял? Потому что если нормально раскачаемся, никто даже подойти не сможет. Поэтому дыхание я и не взял, так как оно близко бьет. Но походу все смогут подойти. Ничего, ничего, сейчас мы как покажем всем. Сейчас конь прибежит, меня насиловать будет, но это мелочи. Успеть бы до коня. Но я не успел. Без критов вообще грустно. Прям очень грустно. Мне тоже кажется, что можно рестартить, если честно. Ну сейчас посмотрим, что еще за магия выпала. Нужны хорошие перки. Вот, наконец-то. Хоть что-то на молнию выпало. Гасен дамажит. Так, давайте, наверное, тогда рестартанем. Попробуем еще один вариант. Сначала будем все-таки персонажа улучшать. Потому что иначе это смешно. Да снова не везет. Но я полон решимости победить эту игру. Показать, кто тут босс качалки.
Вот, давай вниз пойдем, может снизу больше повезет. Кто знает, я не уверен. Музыка вообще пропала. А, может атаковать будем, молодая, нам нужен опыт. Да сначала криты делаем, чтобы был урон. Пикап, бейс, дамейдж, дамаг. Да-да-да. Без моей навыка буду стараться. Просто иногда он часто попадает, и что делать? Придется брать. Пикап, бейс. Вот базовый крит шанс. Вот то, что доктор прописал. А я не люблю врачей, но тем не менее. Movement, duration, range. Range пригодится. Какие плотные мужчины. Паря тоже очень нужна. А что за кольцо стоит? Нормально. Достаточно неплохое колечко. Так, мейн випен, это просто скорость возьмем. Скорость не ошибка. Бейс, наверное, возьму бейс. Випан, просто дамаг. Лазерный прицел, да, они уже познали жизнь. С самого низа. Может, кстати, не брать дополнительную магию, пока я не прокачаю. Наверное, не буду, слушайте. Просто хороший план. Да, так я, наверное, и сделаю. Пирс, крит, чанс. Ну, вот, вот что, давай блок тогда. Да что ж такое? Вообще не знаю, что брать. Одну хрень дают. Абсолютно не то, что нужно. Билки на апгрейд. Да согласен. Будем стараться. Да, duration не ошибка. Ну, пока что вообще фигня. Ну, надо раскачаться, чуть-чуть раскачаться. Никто не становился мощным сразу. Это же аксиома. Только аксиома Аскабара, к сожалению, по всей видимости. Влияет вот этот вот эффект на них, вот. Молния, как бы, это вроде как раз таки duration продолжается, увеличивается. Огненные ботинки взять знаменитые. Ну давай, давай, игра. Давай хорошие бонусы. Плуза. Очень надо. Я бы обилку, может, пошел взял. Но зачем? Если даже на одну обилку бонусов не дают. Я, наверное, пойду возьму еще обилку. Без крит шанса тоже грустно. Он еще, видите, станет молния. Тоже большой плюс. Когда много молний, просто никто подойти не может. Но пока молнии ни одной. Я за магией пошел. Мы даже, наверное, до 24 минут не успеем, скорее всего. Нужно брать, как это, лута награду здесь и сейчас. Не оставлять ничего на потом. Ну, молния вообще позволит не подходить никому.
21 навык. Возможно, кстати. Возможно. Wonderful Prof. Это то, что надо. Это прям то, что надо. Но мужика надо убивать. Иначе мы будем страдать потом. Вот видите, он прям вблизи урон не получает. Что за Кик Петрович? Вообще у меня такой мощный маг был, что никто подойти даже не мог. Не поверите. Я даже не знаю, что взять. Но это нам не нужно, потому что они вблизи будут. Давай голема возьмем. Криты тогда. Танцуем, хороводы водим с ними. Мана. Я, наверное, возьму криты. Потому что, блин, вообще не вариант прокачаться. Сейчас уже конь прибежит, а я даже этого не убил, вы посмотрите. Че он с базовой крытой? Так. Тренер рандом. Честно, говно, говна. Да, голем за мной. Мой малыш. Дамаг, additional attack. Main weapon нам не интересен. Нам интересен дополнительный випан. Вот сейчас остановочка будет. Может, не стоило на этой карте собирать, я не знаю. Хотя здесь как бы очень удобно, их много противников. Тут сотый я брал. На двух персонажей сотый уровень взял. Ну, коня в жизни не убиваю. Конь меня унизит. Просто, понимаете, ну, не прокает на молнию ничего. Ну, Гватари, не повезло. Не повезло немножко с прокачкой. Бывает и такое. Если раньше я совершенно спокойно мог стоять, и никто даже подойти не успевал, то здесь приходится мансить как тигру. Надо просто взять обычный классический билд. И все. Потому что банально не хватает силы даже раскачаться. Вот в чем беда. Да, походу надо все равно мейн прокачку осуществлять в любом случае. А, ну просто вообще ничего не прокает на молнию. Тупо не везет. Сейчас не повезет дальше, наверное, бросим. Да не будет еще урона с пухи. Без пухи. К сожалению. Мне еще кажется, перчатки на проджектайлы тоже очень решали. Вот рандом, потому что. То, что позорный, рандом. Просто не везет. Да не, ну это говно собачье. Давайте еще разок. Абрам. Давайте, ладно, я покажу.
как это у меня работало, чтобы не быть голословным. Не та колонна. Снова не везет, папаня, почему не везет? Хочу, хочу хороший лут. Не сегодня. Не везет вообще. Видите, насколько не везет стартовое умение, настолько не везет и прокачка. Доброй ночи, Фамерфлаг. Громаднейшая благодарность, что был с нами. Если получится, видос выложу. Звучит как план. Не везет сегодня нам, не везет. Может, конечно, дальше выпадет. Учитывая мой рандом. Не, ну это просто помойка. Прям. Я согласен еще на трансфикшн, если уже на совсем край. Ну не на всякий кал. Голем вообще не дамажит. Может, конечно, его надо ультимативно раскачивать. Ну вот, Lightning Strike. Погнали вверх, качаем мейн штуку. Да, слушайте, сразу повеселее. Вон какая быстрая прокачка осуществляется. Range Attack Speed. И молния сразу больше бьет. Слушайте, просто феноменальный урон. Это самое начало. Все перчатки, короче, роляли. Понял, понял. Давай немножко блока еще возьмем. Тоже пригодится. Так, теперь бейс-криты нужны. А, так у меня кольца на бейс-криты нету. Вот почему такие большие проблемы. Вот почему такая беда. Все понятно. Обидно на самом деле. Блок, ну, тут вот написано то, что он высчитывает. То есть нужно очень много блока, чтобы большой урон продефенсить. Иначе это не работает банально. Насколько я понял, опять же. Так, возьму сразу. Блин, на такспид нельзя брать, я дурачок. На минус атак спид взял нечаянно. Да, ну очень много блока надо, согласен. Это достаточно проблематично. Базовые криты очень нужны. Хотя бы 50% уже будет намного проще жить. Просто 4 дополнительных атаки. И уже прям очень неплохо становится. Это прок. Нам и сами молнии нужны. Количество молний. Количество молний и скорость молний. Только это очень сильно влияет на билд в итоге. Причем реально настолько, что никто даже подойти не сможет. Можно, конечно, брать потихоньку. Ну, хотя давайте возьмем, пусть будет. Я это брал, когда прокачивал Стрэндж. Возьму Стрэндж. Быть сильным, мощным, ловким, смелым, умелым. Маг, так спит, быстрее бить. Больше уверенности. Видите, этот билд спокойно как бы на месте уже может стоять. Эти с этими перчатками. Ну, почти спокойно. Ладно, не очень спокойно. Напряженно, но может. Не может уже и этот стоять. Патчем все поправили, ребята, отвечаю. Вот. Первый attack speed. Сейчас еще потом возьму больше проджектайлов. Будет просто лютая имба. Макария, base crit chance.
пока что еще очень мало молний. Очень мало, непростительно мало. Давай дамаг. Базовый дамаг, не ошибка. Блин, а вот тут что-то зажимают. Ну как-то сложно идет, надо билок больше брать. Серьезно, меня бочка погубит. Трындец. Что-то вообще все не получается. Нужно больше обилок сразу брать. Я фигней страдал. Нужны обилки все-таки. Магнит не помешал бы. Давай вот это возьмем. Как же далеко магию положили, это просто шок. Хочу пики, отлично. Пики — это просто топ. Теперь надо за 2 минуты убить этого говнюка. Попытаться. Опа. Давай метеор возьмем. Работает, работает, Гватария. Она же страйкает. Сейчас все будет. Наверное, это не точно. Raise attack speed. Возьму, наверное, чтобы быстрее прокачаться. Но ничего не получится. Надо за второй магией сходить, и потом уже можно будет постоять на месте. Давай фрагайл возьмем. Молния так, по-моему, не накладывает его. А как? Не могу понять. Не могу понять, что на ней написано. Справа? Ну вот тут тоже не написано. Непонятно. Или я не там смотрю. Ну добавят, добавят потом когда-нибудь. Все, уже можно на месте стоять, кстати. Нам магия нужна. Тут сложные призраки будут, на которых смотреть нельзя. Вот оно, еще чуть-чуть больше густа. Смотри, как молния бахает уже, просто по КД. Сейчас еще несколько прокачек сюда, и пушка будет. Сейчас дойду до следующей магии. И он уже будет стоять. Ну вот, допустим, зачистил, выключил Р. И по идее никто не подойдет в теории. Но это еще мало. Недостаточно пока что. Рано, рано, рано. Самое же вкусное. Ближе к финалу, ближе к финалу. 5 крит уже нормальный. Надо еще критобилками добрать. От босса куски отрываем. Так, придется фриджайл брать. Так, мистер Конь, вы себе много позволяете. Хотелось бы отметить. Новый MSVS Magic Attacks Triggering Lightning. Oh my! Слушай, я это пробую вынести. Charge up and move, full charge. Это, кстати, тоже очень топовый бонус. Я пока, наверное, возьму вот это. Я, наверное, сразу вынесу. Попробую вынести. Какой-то лайтник он триггерит, да? Чуть не помню немножко, как он работает.
Надо будет разбираться. Нравится, конечно, долго билд. Я бы еще от кинжалов не отказался, если честно. О, еще additional strike. Давай lightning. Эту штуку тоже надо качать. Так, давай еще больше. Ration крипты. Но пока еще мало молний. Мало. Нужно намного больше. Перст, мейк, дамаг. Давай криты. Чтобы если бахнуть, то уже никто не встал. Блин, я колодец пробежал. Твою мать. Я просто хочу корону вынести. Потом еще обратно пойдем туда. Заговорился и забылся. Ну, не знаю, не подумал. Вот эти все-таки лучше, чем метеор дамажит, мне кажется. Я кто знает. Вот, тут на такой волне я стоял с воронами. С воронами вообще легчайше. Даже никого на экране не будет, потому что они не успеют подойти. Потому что молния их оффскрин бьет и убивает. Вот если бы перчатки выпали, было бы, конечно, круто. Explosive area. Вот, это раз, а потом еще молния будет эксплоуды накладывать. И тогда будет просто жесть. Нам нужно больше молнии, чтобы эффект был хороший. Meteor additional smoke box. Возьмем. Две штуки дали, нифига себе. Прикольно. Ну нормально, уже по-моему сейчас до колодца добежим и будем нагибать. Осуществлять нагиб будем. Мы уже вроде прошли критическую массу, когда жестко все будет. Duration возьмем чуть-чуть. Дебафы всякие висели. Прочее повеселее было. Собирать будет, мне кажется, тяжело. Давай, а поскольку у меня на обилках криты, хорошие криты, криты можно не брать уже. Идеи без этого будет урон достаточно. Скорость, давай, скорости атаки никогда не будет много. Быстрее будет обилки прокать. У меня еще короны нету на криты, на скорость атаки точнее. Возьму метеоритика, да, сейчас выкину и вырублю обилки, чтобы на месте встать, чтобы уже точно все нужно вынести. Attack speed нельзя брать, attack speed нельзя брать, к сожалению. Блин, на молнию бы улучшение новое взять, было бы шикарно. Сейчас, если будет босс, давайте без обилки попробуем. Вот я вырубил уже автоатаку. На месте стоишь и вроде нагибаешь. А когда двигаюсь, у меня скорость атаки падает. На 30%. Ну вот уже какая, 19-я минута, и мы без автоатаки. Это ли не восхитительно? Без автоатаки дамажим. Так вот эти штуки хреново
Надо на него направлять, понял. Да, приходится пока что мансить, но вроде уже играбельно вполне себе. А, это бонус с него, говнище выпало. Надо было пикапы взять. Ну, это еще не факт. Сейчас будет очень сложная волна с призраками. Вот если призраков он выживет, тогда да. А если призраков не вытянет, то это говнище. Ну, молний мало. Недостаточно молний. Нужно больше молний. Блин, Гаватари, а в том же Vampire Survivor тоже очень долго. Ну, это фигня. У меня, говорю, до этого вообще никто подойти не мог. Это какая-то хрень получилась. Что это пока еще не готовый билд. Не окончательная версия. Потому что я вам говорю, ну вообще никто не подходил. Тупо молния никого не подпускала. Она 12 миллионов урона набрала. Ну пока что вы сами видите, просто хрень дают. Просто абсолютно не дают бонусов. Нужных мне. Ну от Текспит нельзя брать. Нельзя брать от Текспит. Ну давай возьмем, может потом улучшится. Кинжалы? Серьезно? Значит, тогда действительно любую обилку можно забустить и будет хорошо. Звучит как план. Вот, наконец-то дальше пошла молния улучшаться. Лучница топ. Лучницей потом попробуем повыживать без урона. 28 минут. Мне кажется, на лучнице это можно сделать. Ну, надо посмотреть, что Голем сможет сделать. У меня большие сомнения по его поводу. Я не понимаю, что с ним делать надо, если честно. Просто дамажить или как? Смотреть, наверное. И тихо-тихо. Не подходи. Их смотреть надо, чтобы они останавливались, понял. Еще будет потом волна душная с ними, тоже нереально душная. Не, это неудобно, я говорю. До этого было намного лучше. Пока что не везет. Разумеется, оно все, что хорошо получается, без записи идет. Только так оно и бывает. Разных персов. Ну ладно, нет так нет. Даже половины нужных проков молнии нет. Ну, куда деваться. Метеорит по 2000 критует. Нормально так. Метеориту надо эффект взрыва меньше делать, потому что вообще ничего не видно из-за этого. Слушайте, ну просто дают говнище. Но опять от экспит резать. Ну придется, потому что вариантов я не вижу. Ачивку, ну может метеорит прокачаем. Просто если бы хорошо молния вкачалась, метеорит бы вообще не дамажил. Потому что никто бы не подходил. Ну, не повезло, не фартануло. Слушай, ну это просто жесть какая-то. Это маг возьмем. Просто мультидемейдж. Кстати, сложный маг достаточно. Еще призраки вылезли.
Абсолютно не кстати. И теперь я буду ходить, и у меня будет такой бабах тысяч делать. Не понимаю, сколько он урона наносит, к сожалению. Ну, наконец-то, молния нужная. Ну, что ж ты раньше не приходила, красивая моя? Давай, больше, больше нужно атаков. Мне же на месте еще надо стоять, чтобы все быстрее проходило. Видите, что маги творят? Просто выдушивают. Скорее всего, не вывезем. Тут билд говна произошел. Надо было кинжальчик еще брать, чтобы вблизи он нормально дамажил. И вот это вот все. Не, не вывезем на этом билде. Просто рандомно зарандомился. И снова не дает, что надо, и снова не дает, что нужно. Не хп. Безумие какое-то. Ну, вот такие волны просто он переживает без проблем. Ну, давайте в конце, если будут проблемы, я пуху врублю. Блин, еще и критануть и вылететь может игра. Правильно, правильно. Еще больше критов. Так, сейчас, по-моему, босс будет какой-то. Или не сейчас. Вон, видите, как молния стагерит? Эффект электричества накладывает. Он должен был в два раза больше накладываться. Не знаю, почему не работает. Все пошло не по плану. Все равно, мне кажется, перчатки на дополнительную атаку гораздо эффективнее. Получается, дополнительная атака для всего абсолютно. Слушай, а метеорит нифига себе, по-моему, дамажит. Просто гигавзрывы осуществляет. Давай дамаг. Что-то он, оказывается, может. Блин, давай хелс. А, снова хрень, ну ладно. Святая аура, наверное, будет нормально дамажить, но что-то вот сколько я ее не пробовал. Она мне не очень нравилась. Сейчас эти, да, задушат, наверное, призраки, скорее всего. И это их чуть-чуть пришло. А придет больше, что делать. Прикольные призраки, кстати, офигенная механика. Ой, а что убило-то? Что-то я не заметил, если честно. Я реально не заметил, что задамажило. Лучник, понял. А в смысле не взял? Молнию пропустил? Значит, уже сплю. Уже, значит, сплю просто. А что там за бонус хороший был? Какая разница, я обкекался. Блин, ну просто говно дают. 40%, ну ладно. Все равно я жутко расстроен тому, какой рандом прокает.
Молния даже взрыва не делает. Это просто ультимативный импакт. Ну вот примерно так было, никто подлететь не мог. А, ну это может не самое топовое. Или там на мейнпуху было. И так сойдет, думаю я. Какая-то лайтовая достаточно волна. Не помню, будет еще очень душная. Да, может быть. Ну ладно, ладно. Я забыл, что хотел сказать. А, волна еще с призраками будет очень сложная. Тут еще плохо, что я кинжалами не навожу нормально по-человечески. Если бы я это мог делать, было бы, конечно, гораздо лучше. Мне же еще на месте надо стоять, чтобы у меня все бустилось и урон, и скорость атаки. Пробуем пособирать чуть-чуть. А, если этот, то это был на мейнпуху, наверное, поэтому я не взял. Ой, наконец-то, ну хоть что-то на молнию дали. Просто говнище дают, ну просто кал дают. Все на мейнпуху дают. Морбули Бауру, да, наверное. Нормально все было. Гораздо лучше, чем могло бы быть. Еще не вечер, может, дадут хороший бонус. Мы же не знаем. Ну, извините меня, это третья локация. Тут достаточно душные противники. Надо собрать, наверное. Лутецкий. Ну вообще не дает ничего, человек. Я на штук 30 уже трейтов какой-то хрени взял. Просто шок. Рокки Гоно. Давайте будем честны. Гидро сосать. Гидро соснуло. Прикольно, Summon Direction есть. Молния. Наверное. Ну, Метеор тоже, он прям очень близко. Локально надо подпускать. Достаточно сложно, знаете ли. О, сейчас призраки задушат. Это самая волна с призраками. Она самая. Просто аннигилейтед будет сейчас. Так, ну, мистер Призрак, идите в Саракатан. Тысячу лет бы вас не видел и не хочу. Ух уж у них дамаг редакшн, это просто шок.
Мне кажется, не вывезет персонаж. Зачем на Лерона наносит? Не понимаю, когда они открываются для урона, если честно. В какой-то момент это они открываются и вроде получают много урона. Если я не ошибаюсь. Да, надо прям в притирку, они урон хорошо получают. Вроде бы так. А, серьезно, просто смотреть надо? Слушай, реально, офигеть. Тогда все сходится. Я думал, они наоборот, типа, дефенс получают. Нифиг пробьешь. Видите, как молния стыгерит? Ну вообще проков на молнию нет вообще. Я вообще бездарный скилл взял, потому что я мейн-скиллом не бью. Балдежный парень. Вот, ну наконец-то. Хотя бы что-то. Ой, я это... Решил лицо почесать. Самый подходящий момент, Владос. Не вывезет, мне кажется, он финального босса. Персонаж мой. Он, конечно, хороший гигалегендарен. Да, самое время взять какой-нибудь кал. Я доктора кто не глядел, к сожалению. А стоило бы, наверное. Сколько, 6 минут или 4, не могу понять. Ну, дофига еще минут осталось. Страдать и страдать. Ну, тяжело. Почти невозможно стоять на одном месте этим билдом. 6 минут, мама родная. Очень тяжело идет. Даже что-то завалить смогли. Ой-ой, это что такое? Я таких не видел. Я их даже не видел, эти волны, потому что у меня в тот раз молния никого не подпускала. Что забавно. Не, ну молния уже нормально, хотя бы импакт выносит. Хотя бы на что-то похоже. Не понимаю, где мои проджектайлы, где враговые проджектайлы, вражинные. Кто-то там мажет, я даже не понимаю, кто. Банально не вижу. Наверное, черепки, кстати. Пробовать как-нибудь на кинжалах билд собрать. Будет круто. Цифры тогда вообще будет ничего не понятно. А так типа, вау, гигаурон. Ну что-то не особо помогло Гватаре. Ну хотя небо приятнее стало, приятнее. Да, метеоры, конечно, бред. Слишком они экран
заполоняют. О, 40 тысяч енемис завалил в тотале. Интересно, что еще на предфинальной волне будет. Такая вакханалия. Ну, горгулья терпимо еще. Даже по-любому не все, кто на нас нападет. Тут какие-то супер толстые горгульи, знаменитые. Главное, чтобы призраков не было. Остальное все мелочи. И у меня еще что плохо, никакого фокусного урона нет, кроме кинжалов. Не, ну молнии очень мало. Это прям процентов, наверное, 30 от того, что было у меня в той катке. Это падла проджектил пустила. А кто стреляет? А, походу вот эти ссаные горгульи стреляют. Раз таки. Магнит. Сотый. Не, не вывезу, наверное. 30 секунд не хватит прожить. Кто первый? Дефенс. Самое время дефенситься. Десять секунд целых как-то выживать. Не представляю, ревайва нет. GGVP. Откисайте. Сволочуги. Помнить, как босса одолевать. Было бы, конечно, замечательно. Пирсинг? А чё бы он дал? Что-то сомневаюсь, что он помог бы нам. Ай-яй, некомфортно. Ну вот, собственно, и все. GGVP. Больше еда. Зерно пройти, да. Ну так и что, 9 миллионов ДПС, но это очень мало, потому что я говорю, я 12 миллионов нанес, когда основная атака у меня дамажила, тоже ультимативно. Клево, дело сделано. Конечно, ничего мы за это особо не получили, премного благодарю за подписку. Ну вот, как-то так. Зато мы какое-то что-то вынесли, по-моему. Killing boss... А, вот этот. Hitting electrified enemies with magic attacks trigger a lightning. The lightning deals 100 damage and has chance to electric... Давай возьмем, посмотрим следующий сетапчик, билд. Следующий забег. Я, наверное, сейчас пойду все-таки авкану. Авкану. И, возможно, потом еще продолжу, но это не точно. Что получил?
Я получил, надеюсь. Вот, пока что, наверное, в кону. Хотя уже 2 ночи почти. Блин, может, и не буду даже приходить. Посмотрю. А может, и приду сейчас. В любом случае, покушу. А крабанише, благодарен, что были. Можете поставить лайк. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.